Здорово, у нас связь Шамшурин, и, собственно, интересная тема для видео. Мы тут заморочились следующим образом. Мы создали страницу от имени девушки в одном из приложений для знакомств. И, ну, мы так раньше уже делали, ничего, конечно, удивительного не было, то, что мы увидели, что произошло. То есть достаточно создать страницу с красивой девушкой, как-то в день там 20-40 человек, мужиков, готовы продать маму, собственную почку отдать, палец себе отрубить, не знаю, подарить все, что у них есть и так далее, бла-бла-бла и тому подобное. Значит, смотрите, ребята, значит, тема видео следующая. Почему девушка не отвечает вам в социальной сети или сайте знакомств? Давай начнем с ужаса, который там происходит. Да? Лица этих чуваков мы закроем, конечно. Ух ты, сколько тут. Так, ну, конечно, есть уникальные личности. Ну, допустим, смотри. Там, доброе утро, бла-бла-бла. Сейчас. Так, как поживаешь? Привет, моя пара. О себе не расскажешь. То есть, смотрите, сейчас, секунду, значит, предваряя, вот, мы не выбирали из этого списка, значит, тема следующая. 99% из этих мужчин общаются с позиции просящего, там, а можешь, а разрешишь, а не расскажешь, а то, а сё. Из них какая-то часть использует какие-то тупые, стрёмные шаблоны в стиле «кем ты работаешь», «кто ты по гороскопу» и прочая херня. Из них еще есть часть идиотских сообщений а-ля «вашей маме зять не нужен», там, или, я не знаю, «из рая похитили принцессу, это случайно не ты». Вот, я, чтобы парням сильно не закрывать, я просто почитаю. То есть, вот, смотри, есть чат, есть некий Тиндер, есть следующее. «Какая красотка!» «Есть красивая!» «Привет, красота!» Так, ага. Чувак заморочился. Куда мы вечером идем? Мне кажется, что уже можно было и определиться. Это он соригинальничал. Добрый вечер, привет. Я понимаю, что... Так, можно посмотреть еще твои фото? Ну, вот из серии можно. Можно, чувак. Добрый вечер. Как настроение поживает у столь яркой и привлекательной девушки? То есть, ну, заметьте, тенденция, ребят, это не я придумал. You look so beautiful. Интересно, где живет... Потрясающе выглядишь. Интересно, где живет и чем увлекается такая милая, красивая девушка. Милая девушка. Сейчас, ребят, подождите, это нельзя пропустить. Приветик. Так, значит, привет. Сейчас, подожди, ты даже кому-то отвечал, Коля, я смотрю. Да, я писался даже. Милое создание. Сейчас. Вопрос, за сколько дней это все? Пару дней. 3-4 дня, да, его. Да. Утро доброе, красота. Сейчас. Привет, будем знакомы. Ну, это как-то банально. А какие тут самые жесткие были? Красавица. Сейчас, еще пару. Насколько все одинаковые? Да. Какая милая девочка. Да. Привет, бла-бла-бла. Beautiful angel. Ну, короче, вот такая вот бредятина. Ребят, значит, суть... И месседж этого видео в следующем. Начнем с того, что, как вы, наверное, уже успели убедиться, что вся эта хрень практически одинакова. Сейчас, это важно. У меня здесь даже записано, о чем сказать. Значит, следующее. Это все... Вот просто смотри, чувак, как бы, вот это, в принципе, уже ответ на твой вопрос, почему они не отвечают тебе. Потому что все абсолютно пишут одну и ту же хрень. Это позиции снизу, это комплименты, то есть у них задача завалить как можно больше комплиментов. Я понимаю, что ты в этом не виноват. В этом виновато общество, да, и общественные какие-то паттерны поведения, которые существуют, которые тебе привили. Вот. И нам сказали, что нужно как можно больше всякой там красоты и так далее. Вот. А ты сейчас сам себе ответь на вопрос. Ты сам бы стал вот кому-то из этой кучки заискивающих подкаблучников, готовых расстелиться и поцеловать ее в ноги сразу, отвечать, вот, если бы ты был бы девушкой. То есть, когда мы приводим девушек к себе на тренинги, у них следующая история. Они все говорят, что мужчина должен быть хозяин, мужчина должен быть главный, мужчина должен вести себя с достоинством. Где здесь главный, где здесь достоинство? Какие там еще трэши эти были моменты, Колян? Да они все, говорю, они настолько одинаковые, что все... вот не выделяется никто из этой. Вывод, да, то есть девушка открывает, понимает, что они все одинаковые. То есть как бы на фото они все там более-менее симпатичные. Естественно, зачем ей отвечать? Как бы поэтому здесь
работает следующая система. Значит, также рассмотреть. Значит, многие парни удивляются, почему девушки так сильно выпендриваются, так сильно, у них такая сильная самооценка, даже устрашена, даже необоснованно и так далее. А как ты хотел? То есть ты сейчас, в принципе, сам увидел всю эту кухню, как она есть. То есть, представляешь, ты страшная, не знаю, ну не страшная, назовем ее на любителя, там не очень красивая девушка, ты просыпаешься, ну и на такую девушку, опять же, найдутся вот эти вот, как их назвать, альфа-самцы, да, которые, в принципе, не пишут красивым, потому что они понимают, что с ними нечего ловить, они пишут каким-то посредственным. И отсюда у них самооценка взлетает просто до небес. То есть, кто вот виноват? Ты. Ты не поверишь. Скорее всего, ты тоже приложил свою руку, внес свою лепту вот весь этот бред. Значит, следующее. Еще раз говорю, да, чтобы ты понимал, что это все не вранье, ты можешь легко убедиться. То есть один из наших курсов по знакомству в сети, он, в принципе, содержит следующее задание, которое ты можешь провести прямо сейчас. Найди более-менее живую, настоящую девушку, фотографию, ну, чтобы это было не похоже на фейк. Выложи ее куда-то в сайт знакомств, и увидишь сам, что происходит в этот момент. И потом ты сам себя спросишь, хотел бы ли ты отвечать на сообщения вот этих вот придурков, которые пишут однообразную хрень из серии «Боже, я влюбился, можно я поцелую твою пятку, и там ты разрешишь мне написать тебе привет?» Кто-то дарит сердечки, да? Розочки. Розочки. То есть это тоже ключевой момент. Они считают, что подарив девушке какую-то виртуальную розочку, все будет нормуль. Значит, почему это не работает? Потому что, еще раз, а, одинаково, б, позиция снизу. И, соответственно, почему работают какие-то оригинальные способы? Можно выдумать, кто-то старается выдумывать какие-то шаблоны, почему работают не хиты, например. Ну, не хиты, это когда ты говоришь что-то такое в стиле, там, ты прикольно выглядишь, единственное, у тебя там сумочка не очень подходит. Или ты знаешь, вот, если бы ты была блондинкой, а не брюнеткой, было бы намного круче. То есть ты ей говоришь какие-то такие, ну, гадости на грани, да, чтобы зацепить ее. Почему не работает это? Еще раз повторяю, я об этом 100 раз говорил. Потому что, когда девочка растет с самого детства, дети растут, мальчик и девочка, представь, там 3 годика. Мальчик, он бегает сам по себе, играет в футбик, и лишь бы он ничего там не раз... никакое окно, да, и пришел там не совсем покалеченный, покоцанный, а все остальное бегает и бегает. А девочке, как правило, уделяется очень много внимания. Там какая ты красивая, какая у нас принцесса, куколка, все дела. Приходят тети, бабушки, знакомые, все обязательно должны посюсюкаться, сказать, какая она растакая. И девочка это воспринимает как что-то совершенно обычное, ничем не выделяющееся. Она начинает расти, в школе такая же история. В институте, когда у нее уже все там выросло там, где нужно, там ей многое прощается, преподы прощают какие-то там незнания предметов и так далее, потому что преподы, если они мужики. Еще какие-то моменты, то есть на работе тоже и так далее. То есть все говорят только хорошее, какая ты красивая, какая ты милая, какая ты принцесса и так далее и тому подобное. Соответственно, эта хрень не работает, мужик. Сейчас, секунду. Ну, как-то так вот, собственно, вот это был крик души, старался не материться, ну, здесь и нельзя, мы в шоколаднице сидим. Вот, смотри, значит, суть этого видео в чем? Тебе надо срочно, самым срочным образом менять весь свой посыл в сторону женщин, то есть всю свою модель поведения, общения, то есть всю концепцию своего общения и поведения с девушками тебе нужно менять. Причем, как бы, менять ее глобально и в целом, тогда у тебя все изменится и в общении в соцсетях, и в общении в сайтах знакомств, в общении на улице, в отношениях и так далее. Почему это нужно делать срочно? Потому что, не сделав это, не поменяв эту концепцию, ты имеешь все шансы стать рабом своей жены, которая будет воспринимать тебя как «и алло, куда ты собрался? Я с парнями пиво попить, я тебе не разрешал» и так далее. «Где моя шуба, где моя зарплата? Я тут на тебя согласилась, ты ничтожество, если бы не я, ты вообще бла-бла-бла» и так далее. То есть, если ты не хочешь, чтобы было так, тебе нужно срочно меняться. И именно поэтому я хочу пригласить тебя на онлайн-тренинг, который называется «Цель и мотивация женщины», который стартует 27 мая. Значит, то же самое, 6 занятий по 2 часа в течение 2 недель. Но из этого, из того же самого, пожалуй, все. Я имею в виду график. Значит, стартуем 27 мая, запуск, старт продаж начнется 20 числа. Что уникально, вслушайся в название «Цели, мотивации женщины».
Соответственно, мы будем говорить не только о пикапе, а будем говорить еще о более важных вещах и не менее важных вещах. Из спикеров это Антон Бритва, проект «Спарта», Максим Красочкин и, соответственно, Шамшурин. Бритва и Красочкин будут говорить тебе про целеполагание, то, как не сдаваться на пути к своим целям, как не жалеть себя, как стать настоящим мужиком и так далее. Ну и я внесу какую-то свою лепту. Для того, чтобы узнать подробности и записаться, тебе нужно кликнуть на ссылку, которую ты видишь под этим видео. Увидимся 27 числа, ждем только тебя. Пока.